Мужчина на «Ладе» 13-й модели выезжал со второстепенной дороги, говорит японский внедорожник, который поворачивал по главной, он видел, но думал, что на узком, местами плохо очищенном ото льда перекрестке он сможет разъехаться, поэтому нажал на педаль газа, но в итоге не рассчитал безопасный боковой интервал и на всем ходу протаранил левую сторону Митсубиси. Да не скорость уж что. Просто стащил вас? Ну, стащил. Я хотел вырулить, а все вырулить потом. Удар оказался такой силы, что в полноприводной иномарке сработали боковые подушки безопасности. К счастью, никто из людей не пострадал. Ремонт внедорожника теперь обойдется в круглую сумму. Равиль Сайганов, Сергей Ткаленко, Эфир 24. Рэй Донован. С понедельника по четверг. Премьера на телеканале Эфир.